Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Страница 34. Задание на полях. В этом задании мы должны будем сравнить данные фигуры. Сравниваем сначала фигуру 1 и фигуру 2. Фигура 1 – четырехугольник, фигура 2 – пятиугольник. Обе эти фигуры являются разносторонними. Теперь сравниваем фигуру 1 и фигуру 3. Фигура 1 и фигура 3 похожи тем, что они являются четырехугольниками, но фигура 1 является разносторонней, а фигура 3 является равносторонней. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.